Новый год – это праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Он ассоциируется с нарядной елкой, подарками и бенгальскими огнями. Все эти новогодние атрибуты можно будет приобрести на специальных ярмарках, места для которых уже определили в администрации столицы. 17 декабря в Чебоксарах начнут работать 11 точек, где можно будет приобрести игрушки и подарки. Торговые места распределили по трем районам столицы Чувашии. В Калининском это Мегамолл, ярмарка Южная, рынок Дар и у торгового центра Мадагаскар. В Ленинском районе новогодние подарки можно будет купить в торговом комплексе Гранд Сити на рынке Центральный. В Московском районе места продаж расположатся в районе ярмарки Северная, торговых комплексов Москва, Семь холмов и Волжский.